Уголовно-исполнительной системе России исполнился 141 год со дня образования. По этому случаю в ДК «Затверецкий» чествовали тех, кто работает и работал в этой сфере на территории Тверской области. Репортаж с места событий. В холле ДК развернулась большая выставка-ярмарка собственной продукции учреждения уголовно-исполнительной системы Тверской области. Здесь представили все, что сегодня делают своими руками осужденные, начиная от спецодежды, заканчивая металлообработкой. Например, это полотенцесушители, стулья на металлокаркасе, даже сувенирная продукция. Выращивают и продукты питания. Ваше подразделение делает так, чтобы наполняемость пищевой корзины была достаточная. Ваша служба очень тяжелая и сложная, потому что все время находиться с людьми, которые преступили закон, и в процессе своей службы, общаясь с ними, сделать все возможное для того, чтобы они пришли обратно в общество полноценными гражданами, чтобы они не совершали тех проступков, которые попали туда, это дорого стоит. И вы эту работу выполняете. Она на самом деле очень тяжелая, кропотливая, требует огромного терпения, человеческого уважения. А читая отдельные документы ваших подопечных, терпимость заканчивается в некоторых, конечно, а вот вы терпите. Поэтому вот в этом отношении, конечно, тяжелейший труд. Психологическая нагрузка – это сумасшедшая. А вы молодцы. Сегодня в региональную уголовно-исполнительную систему входит 18 учреждений. 2 исправительные колонии общего режима, 5 строгого, 2 лечебных-исправительных учреждения, 3 следственных изолятора, областная больница для осужденных, медико-санитарная часть, уголовно-исполнительная инспекция и другие. Штатная численность работников УФСИН – более 3500 человек. За 141 год своего существования уголовно-исполнительная система России претерпела различные изменения. Ею пройден огромный путь от первых тюремных замков до современных исправительных учреждений с инновационными системами охраны и надзора, медицинского обслуживания. Но всегда и во все времена за модернизацией стояли люди. Сотрудники учреждений и органов УФСИН России по Тверской области делают все возможное для развития и укрепления пенитенциарной системы России. Спасибо вам за ваш труд. В завершении мероприятия сотрудникам и ветеранам службы вручили ведомственные награды, а также награды руководства области и города.